Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Сьогодні Всесвітній день прокрастинації. Чому люди відкладають справи на потім і як боротися із психологічною вадою, сьогодні будемо говорити разом з нашою гостею. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» практикуюча психологиня Юлія Гуртова. Юлія, я вас вітаю в нашому прес-центрі. Давайте почнемо з того, що взагалі таке прокрастинація і чи можна її вважати хворобою. Прокрастинація – механизм откладывания дел в долгий ящик, да, на потом. То есть сказать, что это болезнь, наверное, нет. Это естественный механизм человека, который встроен в него, он всегда был, всегда существует испокон веков. Поэтому это такой защитный механизм делать те дела, которые действительно важно, хочется и нужно делать. И не делать то, что не важно и не хочется. Просто этот механизм, когда начинает преобладать в функциях человека, то, соответственно, он занимает всю его жизнь, время, и тогда жизнь становится непродуктивной. Які почуття можуть ховатися за прокрастинацією? То есть, что является, почему прокрастинация наступает, да, фактически, ну, из каких чувств, вазе... или что потом за прокрастинацию, потому что это разные механизмы. Смотрите, если прокрастинация, вот как бы, как мы уже видим ее, то значит, до этого возникло чувство страха, сомнения, опасности, тревоги какой-то, да, то есть отсутствие понимания, как дальше двигаться. А за прокрастинацией, когда она уже, мы в процессе ее, то потом выступает чувство вины, такой тревожности избыточной, паники какой-то, что ты что-то не делаешь, то, что действительно важно делать. А какие могут быть отыстинные причины появления такого стану? Несколько причин прокрастинации. Одна из них, вот мы много работаем, в том числе и с подростковым возрастом, когда прокрастинация просто якорится в школьной системе жизни. Ребенок не понимает, зачем учиться, и тогда возникает прям такая базовая функция прокрастинирования жизни. А если во взрослом возрасте прокрастинация наступает, то это уже несколько здесь причин тоже может быть. Это либо такая избыточный профессионализм может давать прокрастинацию, когда кажется, что ты эти дела уже умеешь делать точно, и поэтому ты максимально откладываешь их на потом, чтобы, ну, как будто бы они уже становятся для тебя очевидными, но всегда вот это поджимание сроков вводит в стресс. Второй механизм, второй момент, почему это может наступать, это когда такой сложный выбор в жизни человека наступает. То есть он действительно не может в какой стране жить, выбрать, или где работать, или еще что-то. И тогда он начинает не справляться с выбором, и включается прокрастинация. И еще один вариант может быть, например, когда он получает какую-то сложную жизненную задачу, ну, это может быть даже на работе сложное задание, которое он никогда не делал. В его механизме жизни, навыков, такое нет решения этих задач. Да? И тогда он начинает откладывать решение задач на потом, потому что у него нет механизма, как ее решать, а попросить о помощи он не может. А чи є взагалі такий психологічний портрет людини, яка більш схильна до прокрастинації, скажімо так, от ми говоримо, хто в зоні ризику? Люди, которые действенные, они обычно не прокрастинируют. Вот такие активные, которые, например, спортсмены, они реже прокрастинируют, потому что у них заложен механизм, встал утром, собрался и начинает что-то делать. Если больше люди склонны к мыслительным процессам, раздумыванию, творческим процессам, самопознанию, да, то есть вот здесь вот уже может наступать такая часть, как прокрастинация. А вот лень и прокрастинация, это тоже не понятие, або они все ж таки разнятся? Они разные. Разные в каком плане, что при прокрастинации ты все-таки взял ответственность за что-то, просто ты это не делаешь. Да, но ты знаешь, что рано или поздно это нужно будет сделать. И поскольку у тебя есть вот эта зона ответственности, что ты должен сделать, из-за этого наступает чувство вины и вот избыточной тревожности. А при лени
У человека вообще нет никакой вины и чувства беспокойства, он просто не брал ответственность за эти задачи, поэтому он, скажем так, у него очень спокойное внутреннее состояние остается, поэтому это совершенно разные механизмы. Але при цьому людина, яка лінується, може себе так от прикривати тим, що вона насправді прокрастинує. Може, може. Но чоловік чувствує себе достатньо спокійно і комфортно в лені. Скажіть, у чому полягає негативний ефект від прокрастинації? Ну, поскольку отложенная жизнь, это синдром отложенной жизни очень часто наступает, да, поскольку когда ну, ты день не принимаешь решения и не двигаешься, это один механизм. А если год не двигаешься или 5 лет не двигаешься, иногда люди по 20 лет не двигаются, то это синдром отложенной жизни. И тогда, ну, действительно, уже без психолога трудно справиться, потому что здесь нужно признать самому себе, что ты действительно откладываешь и куда ты не двигаешься в жизни. Що ж робити, щоб побороти таку згубну звичку, які методи боротьби існують, який з них можна виокремити як найбільш дієвий? Прежде всего, нужно признать, что ты в чем-то прокрастинируешь, то есть ты откладываешь какие-то дела на потом. То есть, когда мы признаем себе в этом признаемся, то это уже такое 50% дела сделано, можно сказать. Потом дальше самый такой эффективный механизм – это разобраться детально, почему я это не делаю. Вот, и найти эту причину. То есть я не умею действовать. Это тогда какая-то со школы еще как бы заикарился механизм. Вторая причина – это мне сложно понять, а как, куда, какой выбор сделать. Да? То есть, или мне страшно это делать дело, потому что я не понимаю вообще, с чего начать. То есть понять причину, почему я откладываю дело на потом, и записать этот процесс. Ну, прям записать где-то на листе бумаги. Дальше, когда ты понял причину, нужно понять, насколько это дело тебе действительно важно или оно неважно, потому что очень много дел, которые мы прокрастинируем, мы взяли за них ответственность не потому, что мы хотим или это действительно для нас что-то важно, а потому что мы берем из долженствования, когда мы должны кому-то, для кого-то это сделать. И тогда мы должны, это осознанный выбор, такой взрослая позиция, да, когда мы принимаем решение, это дело действительно важное и срочное, неважное и несрочное, то есть ну, какой-то механизм такой понимания как бы применяем. И если это дело относится действительно к важному в жизни, то тогда мы понимаем, что нам нужно. Нам нужна либо поддержка другого человека, да, то есть потому что мы не знаем, как это делать, и поэтому, возможно, нам нужно просто кого-то попросить о помощи, чтобы вместе сделать. Либо это сложный выбор, тогда, возможно, нужно опять-таки чья-то помощь, например, того же психолога, или самому как бы использовать механизмы, которые есть и в коучинге, и в книгах можно найти, да, когда, как сделать правильно выбор. Либо если мы откладываем и, например, из профессиональной позиции, когда мы оттягиваем то, что для нас просто как будто бы, то тогда честно себе сказать, что я на это оставлю 5 минут в такой-то день и сделаю. Да? То есть, ну, как бы определить время и точный срок, когда я это сделаю, и больше не испытывать это чувство вины. То есть, когда механизм осознавания срабатывает про эту часть, то прокрастинация уходит. До речі, таке виникло питання. Ви сказали, що дуже багато людей, я на своєму прикладі можу сказати, не можуть там відмовити комусь і відчувають потім провину за те, що вони не виконують якусь справу для іншої людини, яку вони пообіцяли виконати. Чому на психологічному рівні деяким людям так важко говорити «ні», відмовляти у чомусь? Это механизм авторитетности, да, работает, когда у нас в детстве маленькие дети, нам рассказывают, что правильно, что неправильно родители, и это правильно, что они рассказывают нам, да, кому мы должны, кому мы не должны, кого мы должны слушать, кого мы не должны слушать, да, надо слушать взрослых и авторитетных, не слушать невзрослых и неавторитетных, да, и фактически у нас эта грань, если не произошло взросление, такая есть термин в психологии взросления психологическое, да, когда я сам определил, что действительно для меня приоритетно, что я делаю, что я не делаю, а иду из детской позиции, как бы как научили, то, соответственно, я
как бы чувствуем, например, начальник дал задачу, не срабатывает механизм оценить задачу и внести какую-то коррективу. Срабатывает механизм, сказали, надо сделать, но начинаю прокрастинировать и не делать, например, да, то есть, потому что не проявилась взрослая позиция, чтобы обсудить, что так, что не так, может быть, как-то задачу нужно видоизменить. Дякую за відповідь. Повертаючись до методів, от методи, вони відрізняються в залежності від віку людини, якщо ми говоримо, наприклад, там про школяра, про учня і про дорослу людину, там співробітника якогось. Да, конечно, отличаются, поскольку во время, ну, вообще школьник человек незрелый еще, ему очень трудно вообще использовать механизмы саморегуляции, да, потому что это саморегуляция, работать с прокрастинацией, это способ действительно оценить ситуацию и принять какие-то решения. Вот маленький человек, он еще, ему еще трудно дается саморегуляция, поэтому здесь должны быть какие-то значимые взрослые, которые могут ему в этом помочь, объяснить, потому что в принципе, если посмотреть на один день школьника, то его очень часто его день состоит из неинтересных задач. Ну, я говорю то, что есть сейчас из реальности, да, то есть он ходит в школу, не понимая, зачем он ходит, неинтересно. Он приходит домой, если у него нет еще друзей вне школы, да, то опять-таки неинтересно. Надо делать уроки, которые неинтересны. То есть целый день в неинтересных задачах. Естественно, он будет откладывать на потом неинтересные задачи. Поэтому здесь нужно взрослому человеку помочь создать интересную жизнь для этого молодого человека, маленького человека, да, и показать, где место тем задачам, которые нужно сделать, но, может быть, не совсем они увлекательны, или внести интерес к этим задачам, да, то есть, например, объяснить, почему математика очень интересна, зачем она в жизни пригодится. Дякую за відповідь. Дійсно, можливо, от проблему більше видно зі сторони, і якщо хтось помічає, що її близька людина прокрастинує, яким чином може допомогти, от якщо ми говоримо там про дорослу людину? Ну, во-первых, мы можем сказать, не требовать, не агрессировать на человека, но можем сказать, что есть какие-то задачи, которые что-то мешает тебе выполнять, да, то есть мы можем получить в ответ агрессивную проявление, да, человек может просто как бы уйти от этого разговора, поэтому применять какое-то насилие здесь нельзя, но сказать про то, что это происходит, нужно. И, например, помочь человеку увидеть, ну, как-то смысловой, больше смысл его жизни очень важно, потому что вот есть такой механизм рисуночный, да, когда ты рисуешь точку начала жизни, ноль, и точку конца жизни, да, то есть условное окончание жизни. И вот что ты будешь делать вот между ноль и концом, да, то есть, и вот здесь вот, что бы ты хотел делать, как бы ты хотел строить свою жизнь, и человеку помочь понять, потому что, может быть, где-то он живет вообще не в своей жизни, не там, где он хотел бы, поэтому он не делает то, что как бы нужно, но оно ему не вызывает это интереса и драйва жизни. А якщо от говорити, наприклад, про колег на роботі, про керівництво на роботі, або якщо це учень, про там педагогів і інших викладачів, то чи можуть вони якось посприяти покращенню ситуації прокрастинатора? Могут, но это надо будет, чтобы было очень грамотное руководство, потому что ну, это нужно включить психологический момент в деятельность предприятия, компании. И мы, когда у нас есть курсы по HR-менеджерам, да, и, соответственно, мы обучаем, это есть специализированные люди, которые действительно помогают увидеть вовремя нерабочие механизмы, да, нерешаемые задачи, и поговорить с человеком, что происходит, почему нет, да, то есть что хочется по-другому. Это не попустительство, это не просто игра в психологическую помощь и поддержку, это такая грамотная часть должна быть на предприятии по поводу прояснения, что, ну, почему человек откладывает задачу на потом, решение задачи, потому что, в принципе, прямое откладывание решения задач влияет на результат работы предприятия, поэтому это невыгодно, прежде всего, предприятию.
Вот. Поэтому можно это внедрять в организацию, но грамотно. Дякую за відповідь, будь ласка, за питання. Будь ласка, мікрофон. До вас часто звертаються люди з такою проблемою, як прокрастинація, і які, ну, з вашої практики, можливо, найбільш такі відомі чи загальні причини були цьому? Это, смотрите, на, как к психологу приходят люди, которые говорят, что у меня что-то не получается, я хочу, но не могу. Да? То есть они не называют это словом прокрастинация просто. Не так много людей находится в достаточно осознанной позиции, которые пришли и говорят, я прокрастинирую, помогите мне. Вот, больше люди не осознают этот процесс, просто они чувствуют, что им тревожно, беспокойство, много вины, много какого-то ощущений, да, состояний, как бы, что они кому-то что-то должны или что-то в их жизни не происходит, то, что очень важно, и они просят про это помощь. Все это прокрастинация, просто кто-то называет так, и это не часто, и в основном люди не называют свои процессы внутренние, что это прокрастинация. Чи можна вважати це лише негативною такою вадою, чи, можливо, є якісь там правила, як правильно прокрастинувати, щоб потім, типу, вийти з цього стану? Есть просто, да, как прокрастинация, как механизм отдыха, потому что у нас есть люди, которые вообще не отдыхают никогда, не расслабляются, и такая часть трудоголизма просто, да, налицо. И, соответственно, иногда включается этот механизм, чтобы просто, хороший защитный механизм, чтобы обезопасить жизнедеятельность. И человек, например, может уйти в состояние отдыха такого, так называемого отдыха, но поскольку он не разрешает себе отдыхать, то вторичным процессом у него есть чувство вины, поэтому нам нужно, мы тогда работаем с виной, чтобы он разрешил себе хотя бы немного отдыхать. А як можна розграничити оце поняття прокрастинація, яка потрібна для відпочинку, щоб якось там, ну, якщо я правильно зрозуміла, типу перезавантажитись, щоб потім нормально працювати, і прокрастинація, коли, ну, це більш негативно, це не для відпочинку. Непродуктивная прокрастинация, когда смотрим по результатам жизни. Если у человека жизнь в целом эффективна, да, он, изменения происходят, качественные изменения во всех сферах жизни человека, то тогда эта прокрастинация продуктивна, потому что это просто нужен отдых человеку. Если у него там не получается, работы нету или не та совсем, семьи нету или скандалы постоянные или еще что-то, то есть жизнь непродуктивная, неэффективная, то, конечно, это не, ну, точно не из полезных механизмов. И еще такое запитание, чи правильно те, що прокрастинацію називають психологічною вадою, бо це якось так звучить, ну, чи це неправильне формулювання? В психологии вообще много понятий, по-разному называют, поэтому, наверное, каждый психолог для себя определил, хорошо это или плохо, да, вот так вот. Для меня прокрастинация – это естественный механизм человека, главное уметь им пользоваться, и не называть это, может быть, прокрастинация, а просто, что ты умеешь определять важные, неважные для себя задачи и правильно расставлять приоритеты жизни. Вітаю, у мене ще питання невеличке про роботу, прокрастинацію, професійне вигорання. Якщо я, наприклад, якщо я мотивуюсь іти на роботу, тому що я буду отримувати матеріальні якісь там блага, але сама робота мені не дуже до вподоби, я розумію, що вірогідність приходу прокрастинації набагато вища. А там, де прокрастинація, вона, на мою думку, може перейти у професійне вигорання, тому що ти не встигаєш щось зробити, керівництву це не подобається, і от механізм запущений. Підкажіть, будь ласка, якщо я починаю займатися справою і втілювати свою мрію, ну, тобто я хотіла відкрити, не знаю, ресторан, да. Я цим горю, я цим хотіла займатися, я починаю цим займатися, яка вірогідність того, що тут може початись прокрастинація?
хороший вопрос. Действительно, если человек занимается тем, что, тем, чем горит, то, что ему действительно очень важно и актуально, то там может начаться только когда он истощается. То есть, потому что человек, который занимается очень любимым делом, он готов в него вкладывать круглосуточно и утром, и ночью, и мысли, и действия, и все. И поэтому у него не хватает времени на отдых, на собственное расслабление, то есть когда он отключается от этих мыслей. И поэтому может включиться, если он не умеет это регулировать осознанно, то, соответственно, это включается безосознанно. Вот. Дякую вам за відповіді, за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про Всесвітній день прокрастинації, що це таке і чому люди відкладають справу на потім. Нам розповідала практикуюча психологиня Юлія Гуртова. Ще раз дякуємо вам за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!